четверг в Самарской области будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха в дневное время 0-2 градуса, ночью 6-8 ниже 0. Ветер северного, северо-восточного направления, скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани небо в облаках, утром возможен снег, днем минус 2, ночью минус 8 градусов. Ветер северо-восточный, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти небольшая облачность, днем минус 2, ночью минус 9 градусов, северный ветер 2 метра в секунду. В Самаре облачно, но будет проглядывать солнце, без осадков. Днем минус 2 градуса, ночью минус 6. Ветер северного направления 3 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 90%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.